Саша. Hi, my name is Mirjana. This is my short movie called Last Letter. Enjoy. Это письмо с наслаждением, не доходящим, однако, до сладострастия. Ибо сладострастие умопомрачение, а я вполне трезва. Я вас больше не люблю. Ничего не случилось, жизнь случилась. Я не думаю о вас ни утром, просыпаясь, ни ночью засыпая, ни на улице, ни под музыку, никогда. Если бы вы полюбили другую женщину, я бы улыбнулась с высокомерным умилением и задумалась с любопытством о вас и о ней. Я Aus dem Spiel. Все, что я чувствую к вам, легкое волнение от голоса и то общее творческое волнение, как всегда в присутствии ума партнера. Ваше лицо мне по-прежнему нравится. Почему я вас больше не люблю? Зная меня, вы не ждете, не знаю. 2 года подряд я мысленно, в душе своей, таскала вас с собой по всем дорогам, залам, церквам, вагонам. Я не расставалась с вами ни на секунду. Считала часы, ждала звонка, лежала, как мертвая, если звонка не было. Все, как все, и все-таки не все, как все. Вижу ваше смуглое лицо над стаканом кофе, в кофейном табачном дыму. Вы были как бархат, я говорю о голосе, и как сталь. Я говорю о словах. Я любовалась вами, я вас очень любила. Одно сравнение, причудливое, но вернейшее. Вы были для меня тем барабанным боем, поднимающим на ноги в полночь всех мальчишек города. Вы первые перестали любить меня. Если бы этого не случилось, я бы до сих пор вас любила. Ибо я люблю всегда до последней возможности. Сначала вы приходили в 4 часа, потом в 5 часов, потом в 6 часов, потом в 8, потом совсем перестали. Вы не разлюбили меня. Как отрезать? Вы просто перестали любить меня каждую минуту своей жизни. Я сделала то же. Послушалась вас, как всегда. Вы первый забыли, кто я. Пишу вам без горечи и без наслаждения. Вы, без горечи и без наслаждения, вы все-таки лучший знаток во мне, чем кто-нибудь. Я просто рассказываю вам, как знатоку и ценителю. И я думаю, что вы по старой привычке похвалите меня за точность чувствования и передачи. Я вас больше не люблю.